Друзі, зараз. А, ти да? Друзі, всім привіт. Всім привіт. Ніка, всім привіт. Всім привіт. Сьогодні ми для вас відкриємо розпакунок посилок, які нам прислали підписники. Ми вже давно цього не робили, бо дуже багато. Це відкриває ногою. Ні. Ногою так, чик. Присохло. Ребят, зараз ми вам покажемо розпаковку посилок, тому що давно відео не було, ви знаєте, що у нас було. Вау, от це все посилки? Да, це все посилки. Це все повністю, блін, попередували. Так, ти подивись, скільки. Давай. Це все забито, блін. Лобач или Лобач? Ну, Лобач, скорее всего. Світлана Володимирівна. Давай всі в машині тоді, блін, да, розпакуємо. А, ну да, давай. Всі забираємо тоді на задню сідушку. Ми зараз приїхали сюди на набережну. Оце зараз сидимо на набережні. А. А що, вона закрита чи що? Всім відкрою. Вона грязна. Все, відкривай. Так. Дуже багато не виходило, там скільки вже, більше неділі не виходило відео. Так що, ви знаєте, у нас не було змоги показати вам цей відос. От Ніка вже все перегружає. Посилки я вже забрав. Давно, але не було змоги вам показати. Зараз вона мене просто вмовила. Каже, Жень, давай зараз покажемо усім, щоб всі бачили. Це буде дуже інтересно. Цікаво, да? Цікаво, цікаво. Цікаво. Ось така вона в мене красива. Дивіться, яка. Ой, ай. Яка, як вона сьогодні виглядає. Взагалі дуже красива дівчина. Дуже класно, тобі взагалі клас просто. Така прям, блін, булочка. Булечка. Боже мой, це Ніка за... Це вся машина. А ну, чик, умничка. Так, полезли. Будемо в машині, да, розпаковувати? Ну так. Да. Все, ми, в общем, залізли в тачку, будемо сидіти в машині. Ось тут ми сидимо, ось такий у нас відон. Так, ну, Лобач, Світлана Володимирівна. Рокетна, Рівненська область. О, здесь, походу, кофта. Скорее всего. Ну, давай. Да, наверное. Да? Не запачкаешь себе джинсы? Да не, не должна. Не, потому что пакеты грязные. Так. Это какое-то, наверное, письмо. Да, это, наверное, кофта. Что это, тебе кофту прислали, ну, или малому? Не... Да я не знаю, наверное, кофта. Я не знаю, что это такое. Ничего себе. Да, это, наверное, кофта. Ого, я люблю. Ты це любишь. Нікуся, ти найкраща дівчина для Євгенія. У вас дуже красивий синочок. Нехай він буде здоровенький. А вам тільки щастя і кохання. Не звертай уваги на поганих людей, бо ти найкраща. У вас дуже гарна родина. Нікуся, батьки і... Щось там. Нікуся, батьки і дуже добрі люди. Люблю вас, мої найкращі. Цьому і самого найкращого вам. Спасибо. Это пойдет в мою копилочку. Фонд копилку. Писем. Да. Да. Так. Что? Да, это кофта. Кофта? О, ничего себе. Это серенькая кофточка с бубончиками, шмехом. Вот, Света. Дякую, Володя. Да. Так. Что дали? Дальше. О, Боже, сейчас я представляю, что будет тут. Там все нормально будет. Ё-моё, оно. Так. Все, Ніка решила тут устроить свой. Баклан Софія Тарасівна. Кривий Ріг. Блін, а ключа нету? Вот так ключом сделать. Я не знаю, у машини ж тут тоже ключа нема. Мне надо ключ. Надо ключ? Надо скотч. Нету ключа? Ну вот так сделаем. Слава Богу. С полубедой. Полубедой? Ну, подивимся, подивимся, что там. Так. Смотри, как я разодрала эту коробку. Вот, вот так я открываю. Охренеть. Я же тебе казал, что сейчас у нас тут будет велика мусорка. Ого. Блин, я люблю вот эту вот тематику. Так. Покажи. Угу. Открыточка. Привіт, Женя, Ніка та Девід.
це Соня та Ульяна. Ми подруги. О. О. Ми з Кривого Рогу хочемо побажати вам та Льоліку не зважати, не звертати, походу, увагу на хейтерів та... І? Не буду казати. Та на когось. Ага, поняв, ладно. А Давіду хочемо побажати міцного здоров'я та миру. Хочемо сказати, що ви найкращі блогери. Ми вас обожнюємо дивитися, тому зробили невеликий подарунок. Ми вас дуже любимо. Щастя та миру вам та Давідіку. Дякую, дивись. Велике. Такі наклеечки, от. О, нічого собі, бля. О, коти! Рада, да? Так. Да. А що це таке? Це, походу, блокнот? А, ні. Ні, це не блокнотик. Ну, що це таке? Нічого собі, ну щось цікаве. Ух ти! Вау! Ніфіга собі. Це зеркало із розчоскою. А ну, покажи, закрий, дай його. Красиво, чуєш? Hello, baby. Ого, я такого не видела. Дуже класно, вообще. Пісня класна. Угу. Носочки. Это тебе, шкарпатка чоловічі. Ну, это держи. Мені? Это вау, це мені подарунок. Первый, да, подарок Жені. Дуже дякую велике. Вау. А то все. Нічого собі. А это що такое? А це фартушок. Это, не, наверное. Это... Не, це дитинки? Это, походу, малому. Я даже ну, не знаю. Ну, это слюнявчик, наверное. А ну, подожди, що это? Що це таке? Для запобігання забруднення одягу під час годування. Ну да, це так. Так, слюнявчика. Дуже класно, блін, потрібна річ. Голубенький. Потрібна річ, вообще кайф. Просто будь королевою. Тканинна маска, крем для рук, кремово-глиняна маска. Ти що, нічого себе. Просто будь королевою. Ага. Блін, я люблю такі подарки. Это малому кашка какая-то. Ням-ням? Я кашка безмолочная, 4 злака, ням-ням, дитяче харчування. Круто. Дякую велике. Даже про Люлика. Даже про Люлика нашого, блин, позаботили. Це дуже круто. Для активного розвитку дитини. Якась гра може, да? Да, наверное. А, это типа книжечка-шуршалка, смотри. Да? Да. А, да, да, да. Черепаха, рыба, фугу, это, наверное. А, вот же, фугу, да, написано. Да, фугу написано. Класс. Еще, наверное, английский, но класс, дуже классно. Вообще, такие потребные вещи. Это тебе, зефир. А чего ты думаешь? А зефир ты у нас есть. Вау. Дякую велике. Дуже будет смачно. Это какие-то печеньки. А не знаю, что мы, блин. А, ручка. Жовтенька, да? Да. Ну, ты дивись, яка красота. Боже мой, Ніка, як ти все це буде додому? Це ти тільки відкриваєш, блін, одну посилку. Конфет. Конфети? Кстати, о, боже мой, нас тільки так і закармлюють. А я люблю такі конфети, кстати. Да, ти кстати любиш. Я щас, ми, щас открою, потім положу в коробку обратно, в пакет. Так. Вот, знаешь, что мне нравится? Они постоянно присылают по 2 конфеты. Мне и тебе. Чтобы мы с тобой не обижались. Пастила. Чтобы мы с тобой не дрались, да? Да. Вот еще одна. Это какие-то вкусные. И смотри, и все по 2. Кофе. Кофе даже выслали. Ё-моё. Вот. Та чуешь, мы уже куплять скоро не будем. Нас уже и как годуют. Сарватки, Володя. Одна тебе, одна мне. Ё-моё. Кексики тоже по 2 штучки. Только зефирку одну положили. И даже конфеты по 2. Вот так вот. Это конфета киви, а это конфета арбуз. Ты что, блин? И Женя, смотри. Что там еще? Сережки мне. Да ты что, ну покажи. Смотри. Да ты что, блин. Вау, даже наклейку сзади наклеили. Да ты что, ничего себе. И самое главное, знаешь, что мне нравится? Чек на что-то. Может, чуешь, может, ты должна оплатить это? Сейчас.
зараз. Ти не може, ти ззаді прочитай, може, а тепер? А ні, це за ручку. А тепер тобі... чекаємо від вас кошти, розрахунок. Тобі так пасує посмішка. Написано на чеку? Так. Да. Да? Ну, видиш, десь от... Три, може, там вони так і положили за цього, от 3,99 за ручкою написано, тобі так пасує посмішка. Ну, може, може, кстати, да. Ну, блин, круто. Спасибо большое. Боже, как звать, не помню. Как девочку сейчас да, скажу. Да, я уже не помню, как зовут. Блин, сейчас ну... там две сестрички, по-моему, чи нет? А, то есть Ульяна и... Соня та Ульяна. Соня и Ульяна, дякую вам велике за такі подарунки, дякую. Спасибо, конечно. Ну, чек покорил мою душу. Ну, да. Так, идем дальше. Мы такое, Женя, любим очень, такие посылки. Ну, какая следующая? Ой. Ну все, моя любовь уже вылазит. Сейчас, вот эту маленькую хочу. Моя жопа. Красивая моя. Маленькую хочу. О, смотри. Сейчас, чтобы солнце не было. Все в наклейках. Оп. Так, это... А, тоже. Баклан София Тарасевна. Еще одну? Да. А, она же говорила, что она две посылки. А она тебе присылала что-то, да? Кажи, я вам выслала. Ну, да. А, вони тобі пишуть, да? Типа, ти скидуєш адресу, да? Да, да. Ну, вони тобі пишуть, але вони тобі не можуть дописатися, ну, все да, постійно, да. У тебе багато сообщень. Да, так що пишіть, якщо що. Ой! Ой! Так, я буду так. Конфета. Що? Ще одна конфета. Та ти що? Вот такая конфета. Та ти що? Тут сладості, мама, не горюй. Боже мой, прозрачная соска от 6 месяцев. Ты хотела такую? Да, я хотела белую прозрачную. Класс! Да ты шо, блин. Дай бог, чтобы он ее взял. Это тебе, блин! Это носки? Класс! Ну, а что постоянно тебе носки? А что тебе? Может, это тебе? Та чоловічиш написано. Да? Дуже дякую. О, вершки до кави. Вау. Одну тебе, одну мне. Печенька. Боже, як нас закармлюють. Йо-моє, боже, ви наша сама сильна сім'я. Ребят, переставив тачку, тому що, блін, сонце так вали, прям Ніка вся в сонці. Прийшлось ставити сюди. Відкритка. Тоже. Видиш, угу. Тематика. Ого! Нічого собі. Смотри, скільки написано угу. Всього. А ну. Добрий день. Це знову дві подруги. Ульяна та Соня. Спочатку була Соня і Ульяна, а тепер Ульяна і Соня. Ми відправляємо посилку вже вдруге. Нам дуже подобається ваш канал та чекаємо влоги кожен день. Дуже очікуємо, коли ви покажете Давіда. Ми дуже полюбляємо купувати та відправляти посилки саме вам. Ще хочемо привітати Ніку з днем народження. Бажаємо щастя, здоров'я, успіхів та бажаємо, щоб у вашому житті були тільки добрі та відзивчиві люди. Ще ми не знаємо, коли дійде ця посилка, тому хочемо привітати Женю з наступаючим або вже з пройдешнім день народженням. Дуже раді були відправити цю посилку. До побачення. Дякую. 25.09.22. Угу. Вже у нас пройшло день народження. Ну так. Да. О, масочка. Я люблю. Угу. Нічого собі. Попкорн. Уже, у нас вже з тобою два попкорна. Угу. Видиш, десь нарисовано. Мальчики, девочки, прям которые, я и ты. Которые, да, счастливые очень. Там что-то. Сережки! Класс. Это мне! Как я люблю в серебряном цвете. В серебряном цвете я обожаю. Какие красивые. Фруктовый коктейль. Гель для душу. О, Женя очень любит, когда я пахну, поэтому да, я уже начала. Люблю. Я прям... Я говорю, Ніка, я просто... Я балдею, коли Ніка пахне все. Клас. На утенок похож. На утенок? Ну, розовий, як я люблю. Раньше був такий утеночок називається. Якась чумуточка детський, типа такий. Що там? А це ж детський, да? Чи ні? Та ні. І жвачки. О, ти любиш. Так, пачки. А ну давай. Що таке любов у нас сьогодні? Що таке любов? Вибирай. Любу, яку ти. Ні, вибирай ну, давай, ти. Я ось оцю беру. Бери. А, ну давай. Я не можу, бо я знімаю. Відкриваємо Женю на жвачку, що таке любов. А ну.
Женя всегда что-то дебильное попадается. Да пипец, Женя всегда дебильный. Сейчас. Одну в тебе трост, а потом, блин, ни хера не выходит. Любовь — это надеяться, что лучшие времена за углом. Вот. Это нам потребно, да? Да. Лучшие времена за углом. Так, а теперь я. Давай. Вот эту. Давай. Теперь у меня, наверное, что-то дебильное будет. Ника вот это любит открывать вот эти жвачки, блин, и читать. Я собирала в детстве вот эти наклейки, у меня их было очень много. Любовь — это нокаут. Конкретно, блин, это нокаут. Любовь — это нокаут. В Никином случае это так, да? Да. Ты ж мене так любиш безмежно. А ти мене? Як і я тебе. Та я не знаю, мені кажеться, я тебе більше люблю, ніж ти мене. Ми одинаково з тобою любимо. Да? Да. Mm. Ульяна і Соня, спасибо ще раз. Да, очень большое. Подарки шикарные, открытки. Очень, ну очень мне все понравилось. Я буду теперь собирать гели. Так, идем дальше. Ай. Я надеюсь, это не Ульяна и Соня. Нет, там Таня была, я помню. Ой. Ой. Так, Горбенко Марина Сергеевна, Світловодськ. Ой. Світлана, да, зовут? Марина Сергеевна. Горбенко Марина Сергеевна. Да. О, я уже вижу, что я люблю. Так, я буду нещадно рвать. И все будет Украина. Видишь, все патриотическое. Все будет Украина, ну, видишь. Мама, не горюй. Опа-па-па-па, бля. Это что, игрушка еще? Боже, у нас самый-самый будет малюк, якого будем, я не знаю, этим игрушкам. Это... это... как я... Колотушка, да, вот это? Ну да, а это Нибблер. Вот это, что я тебе говорила, походу сюда там бананчик, туда-сюда, и он там чик-чик-чик. А, кушает, да, размягчает? Ну да, класс. Блин, вообще. Это патчи мне. Это патчи. О! Это патчи тоже мне. А довольно. Масочка. А довольно. Еще одна масочка. О, видишь, это какой-то зеленый арбуз, а это обычный. И мне постоянно все присылают масочку котика. Потому что я не знаю, что я котик. Масочка такая. У меня тоже была классная. О, это хорошая фирма. About. Масочка. О! Боже, Ника, сколько у тебя все? Ё-моё. Маска для волос. Класс. Ой, я хотела. Это малому засіб для купання дитячий. О. Сейчас еще Женя в машине здесь. Вот. Это салфетки. Ой, салфетки-то нужно нам. Салфетки очень надо. Лёлик жопу вытирать любит. О, бачу, щось там. Сейчас. Щось я бачу. Що ти бачиш? Щось там дуже для нас цікаве. О, Pond Video Baby, солодощі. Буду їсти. Ну ти замічаєш, що вони постійно присилають? По дві, дуже дякую, бо поважають. А де всі солодощі, які ми збираємо? Де ти їх діла? Забрала додому? Ні. Вони тут всі? Да, їх спрятала. Слава Богу. Що це таке? Женя. Что такое? Это комбинезон Мишки! Да, то, что ты хотела, чи что? Да. Да, ё-моё! Только уши какие-то очень большие. Ну так классно! Коричневый! Прикинь! Ты ж хотела такие, блин, да, скажи! Я хотела комбинезон Мишки ему! Теперь у смотри, него... прям цвет как... в Адмедичей. И потрогай, какой приятный. Ух, и приятный. Він такий тепленький. Так чуєш, може, це уже на нього буде? Я в шоке. Нікусь, може, уже на нього да, буде? Да,
да? Класс, спасибо большое. Вообще класс. Ого, я так рада. Ника вообще, ну, обрадовалась на лице. У тебя прям по лицу видно, прикинь, ты прям, да? Реально, да. Блин. Тебе ці твої емоції, ти прям так рада. Спасибо. Марина. Марина, да? Да, Марина. Мариночка, дуже дякую тобі, дуже дякую, любимо. Вообще, дуже приємно і нам які солодощі, та ще нашої дитинки. Це вообще, це кайф. Пасіка Надія Іванівна, місто Вінниця. Пасіка Надія Іванівна, ага. Це остання, ні? Ні, там не ще. Ще є, ага. Ніхіра собі коробочка, чуєш, бля? Ого. Нормальна така, блин. Я тобі скажу. Так. Я стараюсь їх сорвати, але воно так скотчем. Це мені треба, мабуть, було відкривати, бля. Давай, може, я пооткриваю це все. Бля, ну не портить, як манікюр, мені жалко твої ручки, хочеш. Ну, ти що, ти? Давай я. На. Ну так, що? Звісно, Лена. Зараз, я лучше, мабуть, візьму чимось, буду рвати. Угу. Так. О. Ага, блін, коробка. Боже мой, у тут вообще пипец. Вау! Вау, 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 вау! Шо? Ооо, Міленіум, це дуже вкусні конфети. Йо-маю! Хто? Як звати? Як дівчинку звати? Надія. Надія? Надя. Ооо, йо-маю, мама не горюй. Наденька, дуже дякую. Я просто шокований, бо я дуже люблю солодощі. Я фанат. Дуже дякую, я тебе люблю. Вообще кайф. Ой-ой-ой, что это такое? Не знаю, это какая-то игрушка. Да, там, наверное, дергаешь, и она, короче, якось этот, я понял. Да, наверное, да. Не знаю. Ничего себе. Смотри, здесь есть тут всякие. Угу. Интересно. А у нас вот такой вот. Ох и класс, ё-моё. Ну, не знаю, надо разобраться, что это за. Молочко для тела дитяче, упакованное, все, натуральный продукт. Да нифига себе, чуешь нам, блин, она навесила. Дитячий шампунь. Да. И захисний крем. Тоже. Захищає, заживляє шкіру малюка, захищає від сонця, холоду та вітру. Від нуля місця. Блін, ну це таке, Ніка, ну ти подивись тільки всього, ну що це таке, а? О, що це таке? Угу. Для прання дитячих білих та кольорових речей. Еко-порошок, Женя. Ахірі. Це то, що, блін, нам треба було, що ми ніяк не могли купити. Ми як не могли купити, блін. Еко-порошок. Видиш, еко-порошок, блін, натуральний концентрат. Для прання дитячих білих. О, це дуже потрібно. Ми ніяк да, не могли. Спасибо велике, Наш. Дуже дякую. Дуже велике, велике прям, я не знаю. Открытка, открытка! Открытка? Это мне, наверное. Не, наверное, тебе. Тебе открытки, а мне конфеты. И носки. И носки, да. Шо? Шо с таке? Ну-ну-ну, покажи, покажи. Интересно, интересно. Мне серебро подарили. Что, в натуре? Да. А ну покажи. Что, серьезно, это серебряно? Такое? Это сережки. Не, реально. Прикинь, да. Что, с пробой? Серебро, да. Какая проба? 925? Да. Сейчас. Че, какая там? Да, 925. Да ты шо, охренеть, бля. Ого, я в шоке. Смотри, это ключик, а это замочек. А ну сейчас я поближе сниму. Вот, вот одна сережка это ключик, а вторая замочек. А, так это сережки тебе? Да. А цепочка что? Я так и не поняла. Ну это ж сережки написано. Сарашка, да. Как охренеть, они... блин. А как они надеваются, я так и не поняла. Уже на гвоздики идут, поняла? А не, они же длинненькие еще. Блин, ну понимаю, вообще кайф. Прикинь. Це вообще кайф, короче. Я очень хотела себе вот такие, вот именно сережки вот такие, чтобы вот так. Я в шоке. Вообще пипец. Смотри. А ну приложи к уху. Приблизно, как они будут.
Охренеть. Ну так. Охренеть вообще, бля. Ты прикинь. Да, не ожидал я, что еще нам серебро будут уже слать. Я в шоке. Сейчас откроешь дальше, там золото. Та ні, ну, звісно, цього ніхто ніколи нам не перейшли. Ну. Та я, якщо чесно, даже не знаю, що сказати. Ну так, да, дорогий подарок. Дуже дякую. Це взагалі. Ага. Надя, навіть пропав дар речі. Just for you. Ух ти, яка красива відкритка. Нікуся, з днем народження. А, це мені на день рождения подарок подарили. Да. Захоплююсь тобою, вам і Давидом. Ніколи не реагуй на придурків. Їх вистачає. Ти краще, мирного неба і здоров'я. Це тобі на днюху вообще взагалі подарили. А я її практично забрав на той. А ні, вона пізніше прийшла. Вона пізніше прийшла, по-моєму, посилка. Ага. А може, я не встиг, я вже не знаю. Ну дуже приємно, це вообще. Надя, оце тебе подарок. Пиши, пожалуйста. Як фамілія, ім'я? Скажи, будь ласка, щоб я. Ми не заблудились десь там. Так я ще не все показала. Пасіка Надія Іванівна, місто Вінниця. Пасіка Надія Іванівна. Дякую. Та подожди, Надія Іванівна. Да-да, та я понимаю. О. Ой. Это... Смотри. Тебе? Да, какая-то блузка. Угу, с этикеточками, все новое. Да, да, блузочка. Блузочка. Вот. Вот. Ё-моё. Да ты шо, блин? Вау. Це клас. Ти що, клас, поміряємо потім обов'язково. Да, зараз просто немає змоги, Ніка обов'язково поміряє. А ну, а то що таке? Блін, сережки класно, треба ще понять, як вони надіваються. Так, носочки. Носочки. Малюку нашому. А это... Ух ти, це нашому малому. Ого, это, ого, ну это уже на взрослого. Да, это уже побольше. Это уже на такого, как у Кристины Давид. У меня подружка Кристина, у нее сын Давид, просто ему 7 месяцев. Классный, вообще, только класс. Очень большой. Блин, спасибо вообще. Большое, Надя, очень приятно. Да, дуже приятно, это прям... Блин. Я не ожидал, конечно. Вот это, вот блин. Это подарок. И это просто... Люди просто вообще просто... присылают, чтобы... Якось, понимаєш, нас змотивувати, возможно, зробити нам приємно, побачити наші щирі так, блин, посмішки. Не всі друзі роблять такі да, подарки, да, ти да, представляєш? Да, да. Да, це точно. І тут просто, ого. Приємно. У нас слов нету до сих пор. Що, ще є одна посилка? Да. Остання, да? Боже, я туди не хочу викинемо, я не знаю. А костюмчик вот этот. А, ну это положить. Костюмчик туда. Надо. Ой, сейчас. Ой! О боже мой. Сейчас. Как же мне достать? Открывай. Открывать? Давай. Ого, как же я. О, видишь, как хорошо. Просто. Украина, то любовь. Все. Сейчас. Жду не дождусь вообще. На что не подъезжать. Боже, тут все на набережную, короче, едут. Ого. Ну, Таня, как всегда. Таня нам, как всегда, поклала. О, боже мой, сколько. Ё-моё. Ого. Что тут? Ну, это эти соски. Ого, на бутылку. Ноль месяцев. Это, конечно, приятно, блин, приятно. Сосочки. Сошка с шосликом. 0,2 месяца. Ничего себе. Он уже скоро вырастет с этой соски. Ого, тут сколько. Ника, я не знаю, куда ты это все сейчас класть будешь. Это расческа. Офигенно. Это, скорее всего, мне или тебе. Да тебе, наверное. Ну, а она голубенькая, можно и тебе. Ну да, можно и мне. Такую расчесочку. Класс. Это тебе, значит, будет расческа. Можно. Салфетки. Ой, нужно, нужно. Слава Украине, видишь? Нужно, салфетки нужно. Очень надо. Блин, я такая довольна. Ну, что-то здесь нарисовано. Зубная щетка, зубная
пожалуйста. Не лізь. Може, полоскатель два. Не лізь в б'є. Інтересна наклейка. Два в одному, бачиш щось? Не лізь в б'є. Ну, непонятно, это надо, у Жени есть специальная программа, он выводит и перевод сразу. Да, есть. Не знаю, что это такое. Так. О! Смотри, зубная щетка вместе с крышечкой для зубной щетки и с зубной пастой. Ну, нормально. Это можно и тебе такое. Целый набор. Ну да, это, скорее всего, для взрослого такая зубная щетка. Может, она хорошая, кстати. Так, ой. Ну, что-то открытое, я не знаю, что это такое. Я не знаю, что. Покажи саму пачку, упаковку. Что такое? Может, кто-то знает. Это какой-то греть молоко, да, чи что? Ну, это что-то, да, это, наверное, молочная смесь, наверное, которая греется. Нифига себе. В воде, тут что-то греть. Наверное, да. Кстати, надо подивиться, что это такое. Надо вообще будет перевести, Женя. Перевести, да. Ну, вообще с тобой как эти. Соска. Штикликом. А ну, ого, это 16 месяцев. А, тут оно даже по месяцам, да? Ну да, вот пишется. Блин, уже есть жарко. Сейчас открою чуть-чуть двери, потому что дуже жарко, ребят. Зубная щетка розовая, это мне! Конотопские ведьмы. Что это все значит? Ну да, конотопские ведьмы, там же в Конотопе всегда. Конотопские наши ведьмы, конотопские всем. Так, все знают. Это тоже соски на бутылку 6 месяцев. Ни хрена себе. Чико, это, кстати, очень хорошее. Кстати, да, Чико. Хорошее. Чико, Авен, да, Чико. Да, Чико, Авен, ты ловим. Ой, Лузи. О, блин, все украинская тематика. Ой, Лузи. Тематика, да. Бэби Лов. Шампунь детский. Шампунь. О, это Таня уже присылала. Это горобчик русофобчик. Вся украинская тематика, блин, я офигею. Да, это шампунь. Шампунь, да? А, нет, это не шампунь, это боди-крем. Класс. Тракторная армия Украины, Лондон. Это Лондон, это, наверное, крем. Парфумованный крем для рук. Нормально. Ого! Это что-то большое. Себе, да. Не знаю, наверное, тоже шампунь ребенок нарисованный, который голову мыл. О боже, сколько ты тут все складываешь и складываешь. Это прокладки. Это прокладки. Но... Это надо. Ты им вообще пользуешься? Вообще, когда-то приходится ими пользоваться. Но... Ох! Смотри, это носки. Ого! Целая пачка? Смотри, сколько. Ни хера себе, бля. Мы с тобой поделимся. Ого, смотри, бля. Смотри, сколько здесь. Мама, не горюй. Будем ходить вот... Это на нас вообще? Ну, это на меня, наверное. Ой, вообще класс. Да, это тоби носочки. Ну, может, ты тоже любишь. Все, у Ники теперь, блин, носки, блин, на всю зиму и на два сезона вперед. Да. Так, это зубная паста. Угу. Это септоли, ну, этот антисептик. Угу. А это тоже антисептик, наверное, один тебе, не знаю. Сколько ему, блин, у нас? Теша. Слава Украине! А не знаю, что тут посмотрим. Ой, что-то такое мягенькое. Рукавички, не? Это мне, наверное. Ну да. Да ты шо, кайф. Ай-яй-яй. Прикольно, я еще таких не... Это типа вот это, этой половине руки холодно, а пальцем не холодно, да? Вообще кайф. Но все равно красиво дуже. Я тебе скажу, дуже красиво. Мне нравится. Ну да, можно. Прям, вау. А, это чтоб в телефоне клацать пальцами, понял? Класс. Сейчас, чтобы блин, еще. Блин, это классная штука, блин. Я таких не видела. Я просто тоже не бачу. Носочки! Ну не носочки эти, типа. Малюку нашему? Да. Да ты шо, класс. Может, это вообще тебе на
Куда? Ти що, вообще? Що ти таке думаєш, блін? Смотри, слоник. Ні, ну це точно не мені. Так? Да? Mm-hmm. Ти думаєш? Mm-hmm. Ну, ми дома перевіримо з тобою. О, це що ти? Це є мозги, блін. Так а що, є ж труси слоніки там? Ну є, ну але ж це, ну, блін, не трусики, чуєш? О, це, наверное, це слюнявчик. Так? Да? Я думав, це трусики тобі. О, це два слюнявчика. Клас. І, кстати, дуже красиві. Да, це, да? Это, походу, слюнявчик ночной. А це дневной, да. А це дневной. Клас, 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 клас. Так. О! Это... Что? Это шапка, но это уже на такого, блин, я не знаю. Побольше, да, хлопца? И курточка. Курточка уже сейчас, может, будет, да? Или чуть велика? Не, большая курточка. А, это оно сразу идет, типа? Да, комплект. О, класс, еще с такими лейбами. Памперсы. А, третий размер, наверное, троечка. На 4,9 килограмм. Это памперсы на... А, не... Це вже не памперси, це обратно эти, блин. Пеленки. Пеленки. Блин. Вони 60, нам надо, кстати. Да, пеленки нам, нам надо. Пеленочки. Вони нам... И памперсы, троечка тоже, на 6-10 килограмм. Класс. Таня! Ты наша вечная девочка, которая любит нам присылать посылки. Спасибо тебе, спасибо большое. Спасибо велике, Танечка. Дуже спасибо. Девочки, все, кто сегодня прислал нам посылки, мы вам від щирого серця, від щирого, просто від щирейшого серця бажаємо здоров'я, любви, наснаги і мирного неба над головою. Всі спасибо ми знаємо, большое. Що нам треба це. Дякуємо вам. Дякуємо. Реально. Приємно. Ми лучшие, лучшие. Ви робите наш день, ви робите всі наші дні, ви даєте нам настрій, наснагу, мотивування, мотивацію знімати далі. Це дуже приємно, коли є такі друзі, як ви, які думають за нас і присилають нам такі чудові подарунки. Не тільки нам з Нікою, але і саме головне нашої дитині. Дякую вам. Реально. Ось така розпаковочка була. Большое. Не знаю, коли це ми будемо ще все... Шо? Да. А тепер треба куди-то вибрасувати пусті коробки. Зараз поїдемо біля цього, десь викинемо. А це тебе розчесочка. Круто.